Медицинский автомобиль двигался в потоке с включенными маячком и сиреной, а работники скорой помощи снимали на видео водителей, которые пристраивались за машиной врачей. Картинку тут же передавали инспекторам ГИБДД, которые патрулировали дорогу. Когда автомобиль нарушителя подъезжал к полицейским, его останавливали, показывали видеозапись нарушения и составляли административный протокол. Каждому водителю инспекторы рассказали, чем опасно движение за скорой помощью. В случае, если водитель не успеет остановиться и столкнется с автомобилем медиков, это вызовет задержку госпитализации пациента, а это риск для жизни. С 6 августа 2019 года штраф за данное правонарушение составляет от 3 до 5000 рублей, либо лишение права управления транспортным средством на срок до 1 года. При движении за скорой помощью водители, как правило, нарушают расположение транспортного средства на проезжей части дороги, за что предусмотрена ответственность частью 1 статьи 12.15 Кодекса Российской Федерации и наказание в виде штрафа в размере 1500 рублей. За время рейда к административной ответственности привлечено 12 нарушителей.